В Ленске в период новогодних каникул прошла акция «Мечты сбываются». В течение недели неравнодушные ленчане помогали Деду Морозу осуществить мечты воспитанников Ленского реабилитационного центра. Среди заветных желаний детей были куклы Барби, светящиеся кроссовки, мобильные телефоны, игрушки, спортивный инвентарь. Важно то, что подарки, которые предназначались детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мог приобрести любой желающий. Так за неделю собрали порядка 30 подарков.